Еще неделю назад Зоя Карпова и не задумывалась над такими словами, как сосудистый криз и прединсультное состояние. Но в один миг самочувствие ухудшилось. В больницу пенсионерку привезли из дома. Голова очень сильно закружилась, сильно тошнила. И я даже не могла сама двигаться. Меня зять снес на скорую помощь. Скорую помощь вызвали, люди пришли, осмотрели, посмотрели. Зять меня на руках на скорую помощь вынес, на скорую меня привезли, и тут меня благополучно, очень радушно встретили. А по-другому таких пациентов в неврологическом отделении и не встречают. Уж слишком непростой этот диагноз – инсульт. В летнее время отделение переполнено. Жара, духота, работа на даче под палящим солнцем и обезвоживание организма – все это приводит к самым неприятным последствиям. Самые основные три признака. Это нужно попросить человека улыбнуться, нужно попросить человека сказать какую-нибудь простую фразу и попросить его поднять руки. Если улыбка будет асимметричной, речь будет нарушена, или он совсем ничего не сможет сказать, и руки будут подниматься не одинаково, то есть одна ниже, другая выше, какая-то слабость возникнет, тут можно с какой-то долей вероятности достаточно большой сказать, что это симптомы инсульта, и нужно бить тревогу и вызывать скорую помощь. Во время инсульта нарушается кровоснабжение мозга. Он не получает питания, и нервные клетки повреждаются или отмирают. Последствия инсульта печальные. Частичный или полный паралич, дефекты речи, нарушение зрения, потеря памяти. Здесь главное успеть вовремя оказать медицинскую помощь. В больнице имени Семашко работает мультидисциплинарная бригада. Со второго дня после госпитализации с пациентом работают логопед, психолог, инструктор лечебной физкультуры, физиотерапевт. Пожалуйста, разогните ножку. Да. Еще сравните. Еще раз сравните. Третий месяц в отделении каждый четверг для всех желающих проходит школа пациентов. Специалисты рассказывают больным и их родственникам о правильном уходе после инсульта, о методах реабилитации и профилактики. Юлия Черняева, Максим Гусев. События.